еще один кораблик, судно еще какой-то, не раз вспоминал. У них название, конечно, странное. Атлантис Альдабр. Вот, вот так северно подводный. Это значит, ну, как один из плюсов, что он пустой. Вот, значит, опять, наверное, за нефть там идет, за бензин. Я не знаю, что там еще нужно. Для порт приписки вообще посмотрим. Валета, Атлантис, да, блин? Порт приписки вообще мальтийский, да?